Ты был здесь? Да. Ты мог погибнуть. Ты откладываешь яйца? Что? Ну нет. Плюешься ядом. Нет. Можешь призвать армию пауков. Нет, Нед. Заковийский договор был придуман с целью избежания... Как далеко ты пуляешь паутину? Не знаю, замолкни. На твоем месте я бы встал на краю здания и выстрелил так далеко, как... Замолкни, Нед. Привет, я капитан Америка. Где бы вы ни были, в классе... Его или ты на поле тоже знаешь? Мы встречались. Я стрелял вообще. Ух ты. Поэтому мой друг, учитель физры, проведет тренировку по методу капитана Америка. Спасибо, капитан. Хоть он теперь и военный преступник, я должен показывать это видео. Требования штата, давайте. А мстители платят налоги? А чем пахнет Халк? Наверняка от него вкусно пахнет. Заткнись. А капитан Америка клевый или ворчит, как старый дед? Нет, замолчи. Ясно. Эй, можно я буду твоим навигатором? Что? Да, ну, тем чуваком в наушниках, говорящим, куда побежал преступник. Прикинь, ты застрял в горящем здании, а я говорю, куда идти. Вокруг меня экраны, и я езжу между ними, потому что я твой навигатор. Нет, мне не нужен навигатор. Спасибо. Молодец, Паркер. С Тором я переспала бы, вышла за Железного Человека и убила Халка. А как же тот Чувачок-паук? Он Человек-паук. И вы видели ту запись в Ютьюбе? Он победил четверых. Она втюрилась в Человека-паука. Да ну, брось. Типа того. О, гадость. Ему, небось, за тридцатник. Ты не знаешь, как он выглядит. Вдруг у него обгоревшее лицо. Ну и что? Я бы любила его за то, какой он внутри. Питер с ним знаком. А, неправда. Нет, я... В смысле... Они друзья. Тренер Уилсон и Капитан Америка тоже. Ну, мы виделись, да, пару раз. Это было у Старка на стажировке. Угу. Да, и мне нельзя об этом рассказывать. Что ж, круто. Эй, может, пригласишь его к Лис на вечеринку, а? Да, я собираю народ. Вы тоже приходите. К тебе домой? Да, не забудь пригласить своего друга, Человека-паука. Слабо? А... Ничего. Питер слишком занят для вечеринок, так что... Он придет, да, Паркер? Что ты делаешь? Помогаю тебе. Ты не слышал ее? Лис в тебя втюрилась. Ты мститель, чувак. Если кто и может охмурить девчонок, это ты.